Руат уже во второй раз устраивает встречу дилеров и автопроизводителей. Росавтодилер 2018 собрал лучших из лучших топ-менеджеров авторитейла. Не только чтобы встретиться без галстуков, но и обсудить один очень важный и нужный документ. Важнейшим событием в этот день стали выборы президента Руат. Сегодня общее собрание участников Руат, дилеров. И это очень важное мероприятие, которое посвящено одной единственной цели – перевыборам президента. Они сегодня состоялись. Вторая часть мероприятия «Росавтодилер» – это мероприятие, придуманное и проводимое под эгидой РААД и посвященное неформальному общению дилера-производителя. Оно важное, потому что оно дает возможность понять дилерам точку зрения производителя, ну, как бы без галстуков, да, поскольку это независимо. И мне кажется, оно интересно и важно и для автопроизводителей, поскольку они, опять же, не за столом переговоров могут узнать позицию дилерской сети в общем и сделать для себя какие-то выводы. По уставу ассоциация выбирает главу каждые 2 года. На высоком посту по итогам голосования остался Олег Масеев. Что неудивительно, по признанию дилеров, именно последние 2 года для Руат были весьма продуктивными. Мы достаточно молодой участник ассоциации, только в этом году присоединились, пока присматриваемся, смотрим, оцениваем результаты, но я, насколько могу судить, как раз за последние 2 года произошел некий расцвет Российской ассоциации автомобильных дилеров, когда сделано достаточно много. И вот те итоги, которые подводятся сейчас, я думаю, что результаты мы увидим чуть позже, но они вот сейчас уже дают ростки, намечаются, и мы верим в это. Менять принципиально из того, что делалось до этого, нет задачи, потому что все революционные изменения как раз были в первом сроке. Задача второго срока, соответственно, вот эти революционные изменения довести до логической какой-то точки. Прежде всего, это вопрос меморандума внутриотраслевого регулирования. Сам меморандум вступил в силу, но дальше там много технической работы по работе с производителем, приведение дилерских контрактов, торговых политик и так далее к нормам меморандума. Плюс 2 крупных проекта, которые начали, это регулирование вторичного рынка, где есть руководитель Денис Мигаль и руководитель и проект регулирования сервисного рынка Александр Никонов руководитель, но понятно, что как президент все равно я в том числе участвую в этих историях. Вот, собственно говоря, наверное, если вот ну, так глобально, то это с точки зрения проектов есть 3 главных проекта. Понятно, что мы не забываем про ОСАГО, мы не забываем про закон о защите прав потребителей, про прочие законодательные истории. Но как бы три вот концентрироваться лучше всегда на чем-то важном, все остальное это занимаемся, помним, но вот основные истории эти. Сама встреча автодилеров и производителей проводится 2-й год подряд. Уникальное событие позволяет в неформальной атмосфере решить ряд важных вопросов не только между дилерами и производителями. Кстати, именно в рамках бизнес-конференции было объявлено о вступлении в силу меморандума о взаимопонимании. Но об этом позже. Я 2-й год уже участвую в этом событии. Это действительно хорошая возможность в таком внеформальном и одновременно формальном формате пообщаться с представителем автомобильного бизнеса, который занимается, собственно, продажами, взаимодействием с потребителем, с представителями брендов, которые заинтересованы в том, чтобы их автомобили продавались, конкурируя со всеми остальными. Если мы не будем договариваться с производителями, то, к сожалению, мы не будем успешны. Ни мы, ни производители. Поэтому нам надо договариваться, хотя это очень сложный процесс и, видимо, долгосрочный. Ну, в первую очередь, конечно, каждый автопроизводитель в отдельности работает со своими дилерами. Но есть общие интересы, касается нашего бизнеса, в целом автопроизводителей и бизнеса автодилеров, официальных и неофициальных. И мы как раз обсуждаем те вопросы, которые обобщают, которые вот соединяют нас всех на поле, скажем, определенные темы, которые нас волнуют все. И тут, конечно, большая группа людей, ассоциация всегда сильнее, чем отдельная организация. Важность объединения в ассоциацию и возможности отстаивания общих интересов уже оценили дилеры совершенно разных марок. Например, положительную тенденцию отметила компания Inchcape, занимающаяся брендами премиум-класса. Inchcape очень долго не вступал в РААД. Он считал себя такой компанией, стоящей немножко в стороне. Мы
менеджмент считал, что это английская компания, поэтому ну, не надо вмешиваться в процессы, которые происходят внутри страны. Мы с этим, новая менеджерская команда, мы не согласны. Мы с первого дня, когда пришли, мы тут же подали заявление на вступление в РУАД, и все это горячо поддержали. И самое интересное, что и наш головной офис в Лондоне тоже это горячо поддержал. И мы видим в этом очень большую пользу. Мы являемся частью сообщества, мы имеем возможность высказывать свое мнение, мы слышим мнение других наших коллег, мы понимаем, что происходит в отрасли, и таким образом нам легче работать. Это очень здорово. Также в рамках встречи прошла премия «Росавтодилер». Производители выбрали лучшие дилерские холдинги в нескольких номинациях. Продажи новых автомобилей, автомобили с пробегом, за лучшее сервисное обслуживание и гран-при. Всего в голосовании приняло участие 20 марок с охватом более 75% рынка. 89 дилерских групп были отмечены медалями. В этом году призы распределились следующим образом. В номинации «Эффективность продаж новых автомобилей» первое место заняла группа компаний «Рольф». Второе – группа компаний «Авилон» и третье – группа компаний «Инчкейп». В номинации «Эффективность продаж автомобилей с пробегом» первое место взяла группа компаний «Авилон», второе – группа компаний «Рольф» и третье – группа компаний «Аксельгрупп». Самое эффективное сервисное обслуживание по результатам премии показала группа компаний «Рольф». Серебро взяла группа компаний «Автоспеццентр» и бронзу – группа компаний «Авилон» и группа компаний «Автомир». Победителем в номинации «Верность бренду» среди компаний, работающих с единственной маркой более 20 лет, стала группа компаний «Аксис», работающая с маркой «Ситроен» уже 20 лет и получившая золото от производителя. Для вручения гран-при на сцену были приглашены Ларс Химмер, глава Volkswagen в России, и Олег Масеев, президент ассоциации РУАД. Лучшей дилерской группой в номинации «Гран-при Росавтодилер 2018» до 10 дилерских центров стала группа компаний «Демидыч». По итогам общего медального зачета обладателем гран-при премии «Росавтодилер 2018» и лучшим дилерским холдингом России, по мнению производителей, стала группа компаний «Авилон». У нас есть партнер EI, ну, большинство знает, как Ernst & Young. Вот, компания международно признанная, там, с авторитетом. Соответственно, она собирает мнение производителей о лучших дилерах по продажам новых машин, по продажам автомобилей с пробегом и по сервису. Дальше эти данные все обрабатываются, сводятся к холдингам, и по олимпийской системе отбираются лучшие холдинги по каждой номинации, плюс гран-при в дилерских холдингах до 10 дилерских центров и гран-при абсолютное. Ну, в этом году еще была специальная премия за преданность бренду. Это компания, которая работает только с одной маркой, больше 20 лет, и получила золото от производителя в этом году. Отметим, что РУАД открыта для новых контактов и всегда готова на диалог. Также ассоциация приглашает всех желающих вступить в ряды успешных предпринимателей автобизнеса.